Давным-давно на небесах, божественных, святых местах, где правят Божьи три лица, и сын просил как-то отца: «Желаю я любовь явить, точка». Отец решил его спросить: «А ты готов ли все прощать? И телом, и душой страдать? И воздавать за зло добром? Быть проданным за серебро? За истину судимым быть? Ты все еще готов любить? И поношение терпеть? Прошу тебя, сынок, ответь, готов ли ты корону снять? Чужие ноги умывать? А если будут убивать? Готов ли палачей прощать? Любить и миловать врагов?» Отцу ответил сын: «Готов. С задачей справлюсь я любой, но только ты прибудь со мной, точка». Отец сказал: «А если вдруг тебя предаст ближайший друг?» Ответ у сына был простой: «Но только ты прибудь со мной», — отец спокойно произнес. «Последний я задам вопрос. Когда тебя покинут все и будешь распят на кресте, тебя оставлю даже я. Скажи, пройдет любовь твоя?» На что отцу ответил сын: «Отец, хоть я с тобой един, разлуки этой нет больней, но все равно любовь сильней». Тогда отец открыл свой план. «Я землю и людей создам. Наш образ в них хочу вложить и совершенством наделить, но обольстит их Люцифер, разделит нас греха барьер. Ожесточит свои сердца, и к небу не подняв лица, начнут собратьев убивать и зло во всем распространять. Тело их станут умирать, а души в ад пойдут страдать. Мой сын возлюбленный, Иисус, я заключу с людьми союз, я попытаюсь их вернуть, но безнадежна вся их суть. Желаю я людей спасти, от вечной смерти увести. Но кто пойдет за них страдать, за грешных падших умирать? И где любви такой найду?» И сын ответил: «Я пойду.